Добрый день, Полтава. Я нахожусь на Половках возле нового магазина АТБ. Меня попросили сделать репортаж отсюда местные жители, потому что здесь происходит вот такое. Но я здесь увидел сплошной безлад, пройти практически невозможно. Вижу, как люди, вот смотрите. Людям практически пройти невозможно, вокруг лужи, грязь, месиво. Понятно, что придет весна, все оно высохнет, можно будет потом приводить все в порядок. Ну, вот смотрите. Магазин открыт, наверное, это хорошо. Цены приятные, все, но то, что происходит вокруг, прилегающая территория в жестоком состоянии. То есть я вижу, что благоустройство прилегающей территории оставили на потом. Весна покажет, кто где напаскудил. Всем удачи!